Участники фестиваля в жанрах не ограничены. На сцене Самарской филармонии звучат как классические произведения Чайковского, Прокофьева и Стравинского в исполнении столичного пианиста Бориса Березовского, так и традиционные песни казаков Верхнего Дона в исполнении ансамбля «Вольница». Всегда выступление с Борисом Березовским – это всегда сюрприз, это всегда импровизация, это всегда вот какие-то неожиданности. Это далеко не первый опыт выступления Бориса Березовского на совместном концерте с фольклорными ансамблями. Он является автором и художественным руководителем проекта «Музыка земли», который предполагает исполнение академических и этнических произведений на одной сцене. Именно такой симбиоз, по мнению музыканта, позволяет проследить родство классики и народной музыки. Встреча пианиста с коллективом «Вольницы» произошла 4 года назад, когда ансамбль стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка земли». С тех пор родилось много совместных программ, с которыми музыканты побывали в разных российских городах, вызывая большой интерес и восторженные отзывы публики. Мы долго обсуждали, естественно, как будет выстроена программа. Естественно, вначале дети. Все как бы идет по временам года весна. Потом старость, ну и осенняя песня. Фестиваль «Шостакович. Самарское время. ДСЦХ» проходит одновременно на нескольких площадках. В театре оперы и балета на сцене удивлял самарскую публику выдающийся российский и израильский скрипач, дирижер, дважды лауреат премии Грэмми Максим Венгеров. Многие зрители ждали его выступления с нетерпением. Так редко выступает в нашем городе, поэтому собрались всеми педагогами и приехали на его концерт. Когда проходят такие концерты в нашем городе, конечно, мы ждем ярких эмоций, хорошего выступления, положительных эмоций. И эти эмоции будут сохраняться на долгий период времени и вдохновлять нас в работе. Международный многожанровый фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время. ДСЦХ» проходит при поддержке администрации Самары и Министерства культуры Самарской области. Завершится фестиваль 25 сентября, в день рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. Елена Малютина, Константин Головин. События.